Добрый день, дорогие мои начинающие швеюшки! Сегодня я отвечу на вопрос, а для чего же нам нужна базовая выкройка или выкройка основа, ее еще называют. Это основа основ в создании практически всей одежды. Прежде чем шить платье, жакет, пальто, там еще какие-то вещи, нужно сделать его эскиз. Продумать все детали, где будут выточки, где будут карманы, подрезы, какие будут рукава, какой будет воротник, прилегающего силуэта это или свободного силуэта и так далее. Затем приступаем к моделированию. Вот тут-то и придет на помощь уже готовая, начерченная по вашим меркам, выкройка основа. Начинающим шить, конечно же, кажется, что очень сложно ее построить. Но надо разобраться один всего лишь раз и построить ее правильно. И тогда она будет вам служить долго-долго верой и правдой. На ее основе вы сможете сконструировать практически любой фасон одежды. Это, по сути, переведенная в плоскость ваша фигура. Лучше основу строить на плотной бумаге, можно на ватмане. Значительно облегчает построение выкройки на миллиметровой бумаге. Там видны клеточки, и поэтому легче чертить. Я делала выкройку на толстой полиэтиленовой пленке, которая не тянется. На ней с обратной стороны просвечивают все линии построения, поэтому очень удобно при дальнейшем моделировании одежды. Надеюсь, я вам понятно объяснила. Надеюсь, вы поняли всю важность выкройки основы. Будем ее строить на моем курсе. И до встречи в новых видео. Пока-пока!